На очередном заседании городской думы депутаты проголосовали за продление договоров о делегировании функций трем муниципальным предприятиям – Даугавпилс Уденс, Паркинг Д и Лабиа Карташина Д. Круг обязанностей последнего будет расширен. Предприятие начнет предоставлять населению новый вид услуг. В частности, речь идет о транспортировке тела человека, скоропостижно скончавшегося в общественном месте на территории города, в морг. Когда человек умирает естественной смертью на остановке, на улице, во время празднований каких-то праздников, то другим жителям часто приходилось сталкиваться с тем, что человек может пролежать на улице 2-3 часа, и его никто не забирает. Часто бывают случаи, когда родственники находятся на работе, они находятся за границей, не могут сиюминутно забрать тело, то теперь такую функцию будет выполнять предприятие самоуправления. Следует отметить, что приняв такое решение, городская дума поставила точку в многолетнем споре с государственными институциями, которые всячески старались переложить эту функцию на самоуправление. Также в ходе заседания депутаты единогласно проголосовали за решение о заключении договоров о сотрудничестве с Латвийским университетом и Общественным интеграционным фондом. Первый предусматривает реализацию проекта в сфере образования. В рамках второго планируется создать карту скидок многодетных семьи.